5 января президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым подписано официальное распоряжение об объявлении 2022 года годом города Шуша. Как сообщает Министерство культуры Азербайджанской республики, на этот момент порядка 300 тысяч манатов, более 176 тысяч долларов, будет направлено на начало ремонтно-реставрационных работ на объектах культуры в Шуше. Также стало известно, что в Шуше снесут построенное во время армянской оккупации здание так называемого парламента. Как сообщается, подрядчик уже найден. Кроме сноса здания, он также осуществит подготовку территории под строительство и проведет работы по благоустройству. Сумма контракта на выполнение работ составляет 2 миллиона 74 тысячи манатов.